27 ноября в актовом зале ПГУ состоялся концерт в честь 24-го дня рождения радиотехнического факультета. Декан РТФ Юрий Геннадьевич Гросберг произнес слова поздравлений и дуэтом с заведующим кафедрой высшей математики Александром Александровичем Козловым под гитару исполнил балладу о студенте. Экзамен нельзя на халяву сдавать, Сан Саныч тобой недоволен. Изволь теорему Каши доказать, иначе ты будешь уволен. Изволь теорему Каши доказать, иначе ты будешь уволен. А будущие радиотехники свою горячую любовь выразили в шуточных номинациях, награждение преподавателей в которых продолжалось на протяжении всего действа. И вы побеждаете в номинации «Все меняется, остается лучший». Награждения чередовались выступлениями талантливых студентов. Песни. Как давно все было, в голове туманы, книжки старых адресов. Танцы. КВН. Начинаем! Миниатюра «Простые будни электриков». Ну слушай, тот или этот? Я вообще ничего не знаю. О, парень, стой! Ты не мог бы нам провод подать? Этот? Не, вон тот олень. Ну, очень смешно. Я же говорил фаза, а ты ноль. И многое другое. Ну и какой день рождения без торта? Поэтому все вы, студенты радиотехнического факультета, гости РТФ, преподаватели, приглашаются на праздничный торт! С праздником, радиотехнический факультет! РТФ!